Привет, друзья! Помните такую комету Шумейкер-Леви, которая упала на Юпитер, столкнулась на Юпитер? Могу быстренько рассказать, кому интересно. Кто не знал об этом, можете почитать на досуге. Комета D, по-другому как она называется, в 1993 году F2, также известна как Шумейкер-Леви 9, была открыта 24 марта 1993 года. И был гравитационно захвачен Юпитером. В середине 92 года комета была сорвана на фрагменты под действием силы тяжести Юпитера. Когда близко подлетал, был разорван. Эти фрагменты столкнулись с Юпитером 2 года спустя, в середине 94 года. Ну, короче, вот такие вот дела у нас. Мы посмотрим первую часть, не пропускаем. Первая часть выпуска будет ролик у нас. Комета Шумейкер, Леви. Мы увидим, как это все происходило. Прям вживую. Столкновение. А вторую часть мы увидим, сделаем. Что будет, если с Юпитером мы столкнем град вообще астероидов. Гигантские. Количество астероидов. Вот это будет интерес. Так что у нас будет 2 ролика из 2 частей. Они выйдут прям буквально следом. 2 ролика. Начнем. Юпитер. Прекрасный Юпитер. Вот наши кометы. Вот комета у нас разорванная на частицы. 635 метров, 300 метров и так далее. 190, 225 метров. Все это сейчас мы быстро увидим, все эти столкновения. Вот так вот разорвало комету. Уже первые. Часть кометы падает вон. Сразу просто невероятная воронка. Только первая часть. Вставляете такие объекты. Попадали на Юпитер. Даже после исследования, столкновения с Юпитером, были такие воронки размером с Землю, просто невероятно. Вот так Юпитер нас прикрывает, можно сказать. Еще объект 3-й уже упал. Да, мы будем уже потом град. Град, представляете, просто окутаем весь Юпитер и столкнем. Так что не пропустите, смотрите, взаимосвязаны 2 части у нас. Вау. Вот что стало у нас теперь. С Юпитером тут. Да, вот так обломки падают, падают. Гигантские просто воронки тут. Газы тут при столкновении просто. Падают, падают, падают. Представляете, какой был ужас на Юпитере. Невероятный просто был ужас на Юпитере. Спасает нас эта планета.
притягивает, видите, объекты, чтобы до Земли не дошло. Кто его знает, что бы было бы. Еще один фрагмент остался. Если бы не было бы Юпитера, может быть, и жизни на Земле не было бы. Все, попадали. Вот так вот у нас стало. Да, воронки приличные просто. Такое столкновение. Наши кометы. Шумейкера Леви. Семейная такая пара открыла эту комету. Так вот у нас прям стало с кометы. Быстренько сейчас я еще размотаю, вся комета упала. Частицы, то, что осталось от кометы. Посмотрим на Юпитер. Но Юпитер незначительно, маленькие объекты. Температура, конечно, не изменилась прям значительно. Ну так, заканчиваю просмотр этой части. Теперь мы быстро окажемся во второй части. Но это будет два ролика поделены. Не забудьте посмотреть и этот ролик, и следующий ролик. Они выйдут прям подряд. Я их разделил, чтобы не путаться. Этот один ролик с кометой Шумейкера-Леви связан. Другой будет град просто астероидов. Огромный, разных астероидов, разных диаметров. Так что переходим.